Ой, я попала в лодку, в какую-то странную лодку, в которой он с рыбкой. И она прям подо мной ходит. Но зато передо мной какое красивое озеро. И кукушка. И кукушка кукует, которая прямо недалеко от этого озера сидит на дереве. Когда-то в детстве, когда кукушка куковала, мы говорили: кукушка, кукушка, сколько мне осталось лет жить? И очень переживали, когда она куковала мало. Такие детские страхи. А вот на этом озере живут лебеди. Но сейчас они где-то там спрятались в камышах. Или еще где-то зовут удочки плавают. Утки плавают. И огромное-огромное небо. Все Курганская область, край озер, край озер и березовых лесов. Где-то курица или там кто-то кудахчет, непонятно кто. А в этом озере очень много рыбы, которые здесь ловят, не мелочатся, а ловят на сети. Просто благодать.